Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, OLTV и Тучка, Гусанёк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет от Клоуна и Тучки. Антуа, сами OLTV. И спеть кошки приятного аппетита, а у нас обзор крутого мода Poppy Playtime. Погнали. Первый у нас Alien Killy Willy. А он слабо, да, вообще дамажит? Сколько он дамажит? Да. Давайте посмотрим. Опа, был скример, кстати, когда мало жизни, он да. Вот смотри, давай посмотрим со стороны, как он это делает. Вот, он тебя схватил. Так, пацаны, берите оружку, будем сейчас их мочить. Раз проверим, сколько у кого жизни. Анушар R2. Ну, понятно. Так, Бетон Фармер. Ого, смотрите. Это чучело какое-то. А, это чучело, которое стоит на огороде. Да. Офигенно пугало, сделано. Пугало. Это, а, пугало, да, не чучело. Тоже понемножку жизни отнимает. Кстати, он больше, чем тот отнимает. По 30 хп. Точно? А так тот тоже. Тот тоже, да? Тот тоже так отнимает. Я понял. Так, фигачьте его, пацаны. У нас впереди очень много монстров, мы должны... Что? А что он большой? А что с ним? Эй, чилипиздрик, дурачело, ладно. Блин. Так, Бета Гэлакси. Блин, они такие необычные все здесь. Это как будто такой неоновый прозрачный. Да-да-да. Прикольно. Так, поскольку... Блин, ну они всех жизни мало отнимают. Ну, по-любому там будут большие. Я видел там по картинке, видно, что будут какие-то мега-мутанты. Ого! Ой, хотел сказать, это что он использовал? Хорошо, это и Тучка использовал. Бета-глутон. Глютон. А, я помню, то есть той серии еще у нас тоже, помню, был так похожий. Сосисочный додик, я на него наговорю. Хот-додик. Пацаны, фигачьте его. Пытаемся. Ладно, я вам помогу, пацаны. Да что они большие становятся, когда умирают? Так, Бета-маршмеллоу. А, это типа с маршмелло запилены. Это что сейчас было? А это он тупой. Ну, я понял. А, ну давайте проверим, выйдет? Ну, пусть меня еще раз ударит. Я тут, дурачела. Нет, нету скрим. Скримера нету. Аж борода осталась. Не говори так, я должен этого монстра убить. Хорошо. Так, бета стримпанк. Что это? Ну ты видишь, это что робот? Оно? Это что за фигня? Это робот типа, да? Ну это робот. Это печка ходячая. Коптильня. Это буржуйка. Пацаны, несите дрова. Я знаю, кстати, место, куда дрова забрасывается. Идет. Так, Бета 3. Я из Грут идет. О, я из Грут. О, папа Грут. Ну он такой зубатый, блин, ну похоже на деда, скорее всего. Тогда. Да зачем? Я психи! Я люблю ребята в канале. Правильно делаешь, фигачь его. Да ну я запомнил. А я думал, ты его убил. Ай. Ой, извини, Сань, обстоятельства. Ладно. Да. Бета-зомби. О. Это просто зомбачачина. Ой. Кстати, на зомби он не сильно похож, потому что больше ткань. Ну это зомби игрушечный такой. Порванный плюшевый. Да. Кстати, у него видите на уголку там порванные, как будто мозги торчат. Да. Ну так плюшевая. Я случайно. Нормально, это вы фигачите. О, Биг Пит Килли. Смотрите, что это за монстр? Бигфут, Бигфут. А ну давай, у меня ударит. Он будет сюда фигачить? Ну он так же снимает. Ну все равно, это же прикольно, что у него ноги такие. Нормально. А если сейчас мы убьем его, он будет большим еще. А ну давай проверим. Я не могу по нему попасть. Блин, не хотел. Фух, слава богу, не попал. Есть. Но... А, он еще. А, ну это который растворяется просто. Ну, блин. Ладно, давай, я его поставлю, а вы его застрелите. Готовы? Поехали. Да, он стал обычным, то ноги просто увеличены. Так, бронз стимпанк. О, такой же. Это да. Такой, только отключенный уже. Бронзовый, кстати, по-моему, просто. Ну да. А чё где плавим против? Блин, ну нету скримера, было бы классно, конечно. Ну и ладно. Придется тебя убить. Ого, он стал гигантским. Каттон Кэнди. Ого, у него руки. Сразу видно, с пороженого сделан. С пороженого. Все, тихо, тихо. Я говорил, со случайно, теперь ты будешь угорать всю серию. Ребята, настроение классно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Залетайте в наш Дискорд, в Инстаграм. Пообщаемся, поорем. Повеселимся. Dusking Blue. А это с пороженого. Ссылки в описании. Совершенно верно.
Это знаете, как и рорка такой синяя, вот еще чуть-чуть, что-то похожее. Пошла отсюда, щениха. А это пороже. Dusking Green. Вот. Dusking Red Mummy. Они, короче, только цветом отличаются. Так, следующие уже идут другие. Мочите их, пацаны. Накопьем, пожалуйста. А ну, сейчас проверим, есть? У них скримеры. А ну-ка, только не убивайте красную. Да, есть скример. Она, короче, хватает, типа, сжирает тебя. Ну, я знал. Так, Эмеральд Стимпанк. А, ну, то же самое. Из Эмеральда. Ну, типа, цвет, может, такой эсмеральдовый. Есть такой? Да. Пирей Хагги. Ого. Рубиновый какой-то или что? Ну, не знаю, какой-то глаз сорта, кстати, торчит. Да ну вы, Мочи, мочи. Гусуняк их при смерти увеличивает сразу. Наша ром убила. Давай, Гусуняк, мы в тебя верим. На ход. Всё. Хорош. Молодчик, 5 баллов. Food poison какой-то. Ой, о, это еда, что ли? А ну-ка. Ядовитый шкатулкин сын. О, у меня было 24 хп, сразу убил. Ого. Обычно когда 6 хп или 7. Запилил. Правильно сделал. Food poison. Какие-то названия странные. Отмороженное, да блин. Так, что твое вместо рук? У него какие-то варюшки зеленые. Давай, пили ему жопу, как всегда ты это делаешь. Пила выиграла. Так, это у нас Food Hagi. О, это зеленый просто. Ну, фантазия такая, как бы есть кто-то делал, ну... Просто бы перекрашивать их, ну. Это типа отравленная еда из мультиков, да, зеленая. Ну это типа просрочка. С АТБ. Йогурты по. Это ожившие йогурты. После просрочки. О, сейчас будет интересно. Froggy Bow. Чё за жаба? Жаба. Ну-ка. Он вообще прыгает, кстати. Это сейв. Да не, просто ходит. Кстати, у него деньги видно, типа доллары в глазах. Ну и да, но его... его просто опустили. Ну и пилой его тоже опустил. Так, Froggy Boomini. Учили пиздрик маленький. Кстати, бегает как быстрый. А мало вообще снимает, вообще мало. А ну-ка дай. Ну да, по 4 хп отнимает. Телепиздрик. Пили его полностью. О, меня был... Схватил. Представляете, даже скример, да, какой-то был. Закрутило меня там. Так, Glutinous Hagi, JR. Junior. А че у него, смотрите, но опущена голова, вы заметили? А, да? Подросток. Это подросток, у него голова на пиписке, это не подросток, это... Рахит как... Ого! Между ног меня засунул, странно. Да ё-моё. Да блин, а ну... Ну, соскочило, да, скажи? Да. Johnny Boy. Johnny Boy JR. Теперь мы видим разницу. Просто опустили голову и все. Больше ничего не сделали. Hagi Vox Epilar. Что? Это за... А у нас такого еще не было, пацаны. А он вообще длинный или нет? Он тут прозрачный просто. У него есть хитбокс, но он прозрачный вообще. Бокс на голове у него. А ну не стреляйте, давайте мы его растянем. Насколько он тянется? А, он кончается, да, я вот вижу. Просто змейка. Кстати, а тут туловище... А, да, туловище не дамажится, да? Да. Хорош. Было бы прикольно, если бы он бы таким длинным трупом бы и валялся. Так, Kili Hagi JR. О, это детеныш. Человеческий, да. Ой, человеческий. Извиняюсь, не человеческий. Ребят, это было на ход. Извини, но ты был жертвой аборта. Ой. Так, Лифи Хаги. Ого. Вот что у него во рту? Глаз? Жопа. Да, у него жопа. Глаз. Какая жопа? Да потому что. Во рту жопа, я думаю, что. Какашка во рту. Ого! Аккуратно, аккуратно своими шарами разбросался. Убил всех и себя тоже. Ты нормальный? А, все. Так. Оджа Кили Вилли. Ерорный. Да, это, кстати, так и разработано, но специально так сделано. Пусть убьет. Ох ты жопа. Он просто убивает сразу, это босс. А, ну все. Пацаны, это босс был. А ну еще раз проверим. Да. О чем я и говорил, что здесь есть... Короче, отвали, все, идите, короче. Поехали дальше.
Так, вот это робот Хаги. Ой, это такой же самый. Очень... Очень мощный. Ну ладно, ладно. Как? Воксет Хаги. О, это чё? Пиксельный, что ли? Это он убежал с игры. Это обрыганный. Как же игра называется, там где разрушаемость большая, забыл уже. Тирдаун. Тирдаун, да. Ну там только тир забрали, осталось. Хорошо. Робот Хаги. Это тоже даун, да? Ну не знаю, но это странный он. Так, посмотрим, как дамажит. Нифига себе он дамажит. Нормально. Ультовый помог немножко ему. Так, Снотти Бой. А чем он? Ну в чем разница? Он маленький, у него шея, у него этот цвет. Снотти Бой Агли. Да, ему, короче, ну там было не так написано специально. Это было смешно. Так, Снагли Вагли просто. Ай, ё-моё. Так, ты под Донут Воксель. О, они дерутся. Он убил того, ты видел? Капец. Смотри, просто головоноги. Головоног. И музыка такая веселая играет. Ну, головоног, привет. Иди отсюда. Так кто зажал меня там сзади? Ну, Гусани Лена. А ну, давайте еще раз их поставили, проверим, они точно дерутся? Вот. Да. Можно битву будет устраивать. Ребята, ждите рубрику, и если вы хотите ее увидеть, какой Хаги-Ваги самый сильный, мы будем делать так, чтобы они между собой дрались. Напишите, мы хотим увидеть эту рубрику, и мы ее снимем. Ugly Face Killer Willy. Ага. Красный какой-то. Ну, ну да, такой. Но это потом. Ну на тебе тогда. Хорошо. Воксен Хаги Джар. О, это опять это. Тихо, тихо, челепиздрик, ты нормально бей. Вот, да, тоже скримачок. О! Там еще и взорвали меня в конце, я вообще не понимаю, от чего я умер. Ой. Ай! Так, ну что, мы будем сейчас, ребята, все взрывать. Ура! Давай. Смотрите, сколько монстров сейчас будем мы взрывать. Первая бомбочка пошла. Напишите в комментах, обязательно убьет всех или кто-то останется в живых. 3, 2, 1, взрыв. Четко по центру. Это было идеально. То, что выжили. Всех? А, нет. Есть. Выжили, выжили. Мне кажется, это из-за того, что радиус был небольшой, поэтому крайние остались недовольны. Недовольны. Пацаны, вы уже умерли, вы что танцуете? У вас тоже они дрыгаются? Да. Хорошо, мы сейчас вас добьем, не переживайте. Пошла бомбочка. Улетайте. Не, ну прикольно, что не все умерли, хоть трое осталось живых. 3, 2, 1, взрыв. Да. А что еще добил... Так подожди, сколько было в живых, я не понял. О, тут этот маршмеллоу прыгает. Блин, ну вы что, по два раза умираете? Что за бред, я не понимаю. Ну все, получается, не мало жизни. Короче, жизнь у всех одинаково. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Прощайте, всем пока. Мы были для вас лучшими друзьями. Да? Бомбу, на бомбе сидели пацаны. Ай, блин. Мы взорвались и топ-2. А, все. Красиво. Давай.